убийство Александра Михайловича. На Рублевке возле дачи ЦК. Убивает детей страшными садистскими методами. Здрасте. Забор покрасить. Товарищ Боков, следователь по особо важным делам прокуратуры РСФСР. Я следователь по этому делу. Какой же вы следователь? Вы же даже не мужчина. Правда, что Ваню на куски порезали? Вы какого хера вообще ничего не сделали, а? Любая мелочь важна. Когда выходишь в лес, там какая-то бешеная энергия, какая-то дикая сила. Я понимаю, что он насилует, убивает, и это доставляет ему удовольствие, но я такого никогда не видел. С каждым разом он заходит все дальше и дальше. А милиция мало того, что не знает, что с этим делать, она еще и пытается скрыть это от населения. Вы никого не найдете. Ты со своим маньяком совсем стал как маньяк. Ты о чем-то можешь еще думать? У тебя семья есть вообще-то. Боков хороший следователь. Ну, ты же видишь, что с ним происходит. Пропустите меня! Домой с ним! Господи, как это вообще возможно? За последний год я видел столько убитых детей, сколько никому не пожелаю увидеть за всю жизнь. У меня сложилось впечатление, что всем просто насрать на своих детей. Ну, должен же он ошибиться. Не может он не оставлять следу. Это в книжках. Дядя Степа добрый милиционер. Вы его убили, вы все подстроили. Вы для меня все каратели. Я и сам себя боюсь. Это мораль, это то, что отличает нас от животных. Значит, я животное.